Этим малышам всего несколько часов от роду. Они появились на свет во втором роддоме и через минуты отправятся к своим мамам. В одной палате будут до выписки. Сейчас при желании родителей практикуют партнерские роды. Разрешена видеосъемка этого важного момента. Будущие мамы стараются поступить в стационар за несколько дней до начала родов, чтобы еще пройти обследование. Сейчас у нее показатели хорошие. Это вы слышите, да? Я вижу, вот тут пишет. Жить торопится и чувствовать спешит. Малыш появится на свет в ближайшие дни, а у акушеров уже есть его первая кардиограмма. Ждут нормальные роды. Такие в отделении проходят в среднем 5-6 раз в день. Более 30 лет здесь работает Елена Марченкова. Когда я училась в 10 классе, мне на глаза попалась книга «Акушерство» Каплан. Я не знаю, откуда она у нас взялась дома. Посмотрела и говорю, наверное, я все-таки пойду на акушерку. Пошла, подала документы, поступила сразу же и все, училась. Очень нравилось, когда начались практические занятия, начались в роддомах. Икрам Махмутович Курбанов был у меня первый руководитель практики. Все показал, как принимать роды, как обрабатывать ребенка. И все, и загорелась на всю жизнь. Елена Марченкова 10 лет работает здесь старшей акушеркой. Теперь сама делится опытом с молодыми специалистами. Когда приходила сюда на практику, мне здесь сразу понравилось, как-то поставила перед собой задачу именно, чтобы сюда прийти, потом уже в будущем не студенткой, а именно сотрудником. Ну и, собственно, тогда же мы познакомились с Еленой Николаевной. То есть мы изначально на практике работали под ее началом. Очень хорошо организовала рабочий у нас процесс. То есть у нас каждая акушерка, каждый абсолютно сотрудник, уборщица в том числе. То есть абсолютно каждый знает, за что он именно отвечает. Елена Марченкова – самая главная акушерка в ассоциации сестринского персонала Брянщины. Опытом брянских коллег она делится на всероссийских конференциях и привозит к нам оттуда самые передовые методики в акушерстве. Это просто правая рука руководящего состава. У меня в частности. Поэтому я спокойно с ней работаю. Прекрасно. Не только специалист, но и хороший психолог. Потому что она умеет подойти к каждому. Нам с ней очень комфортно и приятно работать. Она всегда поддержит, поможет, подскажет, направит. Главные принципы в работе акушерки Елена Марченкова освоила много лет назад. Следует им и передает молодым. Быть ответственным. Самое главное в нашей профессии – это ответственность и исполнительность. Но и также не растеряться в трудную минуту, в экстренных ситуациях вести себя адекватно. Наталья Будник, Виктор Левченков, Брянск.